Вопросы взаимодействия обсудили в администрации города представители религиозного сообщества и средств массовой информации. Очередное заседание межконфессионального совета выявило наиболее острые проблемы, периодически возникающие между сторонами. Сложности в отношениях между религиозными организациями, средствами массовой информации, журналистским сообществом в целом, они прежде всего кроются в определенном непонимании целей и задач и той, и другой стороны. И мне очень понравилось, что сегодня искренне и совершенно откровенно люди говорили о том, что они готовы к сотрудничеству. В результате диалога выделили несколько подходов к решению проблемы. Так, представители религиозных организаций считают, и остальные участники идею поддержали, что необходимо создать специальные курсы для журналистов по повышению уровня знаний об истории, культуре и традициях разных национальностей. Впрочем, такие встречи были бы полезны для обеих сторон. Глава администрации Олег Кондрашов, в свою очередь, пообещал оказать в этом содействие. Мы организуем при администрации возможность, чтобы представители различных наших традиционных конфессий могли выступить перед журналистами, рассказать им о особенностях, о проблематике, о том, что беспокоит, на что нужно обратить внимание представителям средств массовой информации. И это очень нужно. Кроме этого, градоначальник заверил, что у каждой конфессии появится возможность диалога с населением посредством интернет-общения через официальный портал городской администрации нижний-новгород.рф.